Добрый день, дорогие друзья, уважаемые молодожены, гости торжеств и, конечно же, коллеги. Пришел момент подвести итоги свадебного сезона 2017 года и поблагодарить всех тех, кто доверил организацию проведения своих свадебных торжеств мне и нашей команде. Безусловно, этот сезон был богат на события. Каждое из них действительно было ярким, красивым и незабываемым. Давайте еще раз вспомним, как это было. Спасибо вновь и вновь хочется сказать молодоженам за доверие. Отдельно мы говорим спасибо гостям торжеств. Благодаря вашим эмоциям и вашей поддержке эти яркие события получались запоминающимися. Дорогие молодожены будущего сезона 2018, обращаюсь к вам. Наша команда приготовила множество нововведений, и мы обещаем, в новом сезоне будет еще больше ярких событий, и мы постараемся все для этого сделать. Ну потерпи сейчас. Я вот когда теряю интонацию, я забываю, блин, слова. Не надо. Дорогие молодожены 2018, а что я говорю? Я люблю, когда пух и бахну.